Приветствую всех на канале. Добрый день. У кого-то, возможно, вечер, у кого-то утро. Всем прекрасного настроения. Поздравляю Толяна с днем рождения. Толик, крепкого тебе здоровья, мирного благополучия. Ну и хороших заказчиков. Как говорится. Бэтшутер, привет. Так, чатик, я не включил, сейчас, секунду. Так, все, чат есть. Сегодня стрим у нас фриплейный. Промок нет. Я заказал сегодня, заявку сделал на 2 официальных стрима и несколько фриплейных на будущее. На следующей неделе, надеюсь, дадут. Так, ну что, посмотрим онлайн. Давайте. Даже несколько карт заполненных у нас, да? Ё-моё, нихера себе тут. Вот людям не спится, не отдыхается выходной день-то. Так, ну давайте на Эвк заскочу. С печенегом в тихушку. Марат, ВВС, Россия, ИГИЛ. Юра, привет. Дискорд. А, да, забыл зайти в Дискорд. Сейчас, секундочку. Так, все, я в Дискорде. Так, и музыку, наверное, сделаю потише. Илюха, привет. Здорово, я Марат. Привет, Марат. А? Привет, говорю. Как дела? Да нормально. Давай я на Эвок, да? Я, да, на Эвоке. ДЗ заканчивается, но, блин, уже полная карта. Я снялся вот заметку. Ну, пометка. Ух ты, какой, блин, шустрый. Где ты там лазишь? Ты помет по моему кумфляру. Джо Джуниор, hello. Киллик прокил, привет. Так, Марата сейчас погромче сделаю. Ты, Марат, опять далеко от микро ушел, тебя не слышно практически. Ну, на Ева какую карту? ДЗ заканчивается, но она полная пока. Как от базы, как он? Как от базы? Ну или пойдем на Б5 там. Блин, здесь жара. Лучше этот давай прокликивай сюда, блин, здесь очень весело. Нет. Именитые игроки тут играют. Да? Ага. Я тоже именитый игрок. Блин, здесь Бомбилова сейчас будет валить, надо отсюда. Я вот сейчас на карту зашел, ДЗ карту, да? О, надо же. А? Кого-то зацепил. На снайпах, на лес. Посмотрим. А ну. Вот я вижу, что пока дошел. 7-1. А, так, блядь, мои так вам играют, блядь, прикинь. Да вообще. Ты можешь зайти как его, типа, тап нажать, короче. Есть крота, короче, это я, короче, крот. Сейчас уровень. Ты крот, да? Да, это я. Понял. Вот зайти не могу никак. Так, да будет свет. Сейчас уровень я пойду. Да я знаю, у тебя там, блин, уже плюс 500 СП-х. Еще плюс, да. И рулеток набрал он, блин. Да, охренеть. Вот тебе денег девать некуда.
Нет бы стримеру задонатить, да? Давай я тебе задонатил бы, блядь. Да шучу я, шучу, шучу. Шучу. Я не знаю, как донатить. Куда? Ой, не ту пушку взял бы. Блин, светит солнце ярко в глаз. Ну я понял, что меня убили бы. Господи. Блин, клановую грину забыл купить. Собака. А, третий нету. А, во, у меня короткий газ, нормально. Горюсь печаль. А я против башни зашел, да? А, так нет, я. Гоба играю. Ну-ка, откуда стреляют? Мне габелла. Хотя нет, живой еще. Где, где, где инфа? Понял, блин, не туда попал. На вертолетке, да, я тут что-то да. Просрал, короче, минку, походу. Не туда кинул. Они там да. Я кинул, блин, на этот. На ангар, он еще отскочил на синьку. А, я сейчас МП7 возьму. МП7, мне тоже надо МП7 прокачать, метаки. Последний метак остался. Блин, пусты стреляю. Так, перезарядка, триба. Ого, блядь, меня тут раздавили, блядь. А, все, нормально. Они в бок-ангар. Понял. Ничего не понял. Так, сонар их. Походу их. И меня чекают, возможно. Поэтому не вылазим. Кто люди, короче? Они в ангаре. Собаки, а? А, бог в ангаре. Бог в ангаре будет. Ой, блядь. На трансе они. Трансит. Короче, я был. Не вовремя я. На бетонку залез. Давай. Пристреливает, блин. Ага, блядь, ничего себе, люху, блядь, дает жару, блядь. Третья грена, где? Где третья грена? Нету третьей грены. Вот они в этом. Ну, шустрый такой. Понял? Ой, я вижу. Да ну нафиг, меня убивают. Погоди, погоди, я еще не готов к таким нежностям. Блин. Похуя. Дай пизда тебе, блядь. Один на 8? Что-то не помогает тебе спехи? Да-да-да. 1 на 8. Я зашибись. Дед, с которого все сыпется, да? А? Дед, с которого все сыпется. Да. Да, Ир, да. Ты заметил, нет мой камуфляж?
Да, видел. Но он же старый у тебя. Давно уже. А? Ты же показывал, давно он у тебя. Я за тебя бегу. Вот мои сразу. Обернись, пожалуйста. Вот. Шикарно. Нормально, нормально. А? Нормально. Все, погнали. Погнали, погнали. Да, блин. Урона вообще ноль, короче. Да, вообще. Блин, в спину. Черт. Думал, на руки они еще окажутся. Не только. Вот вали. Ой, я только вот человека с ним сразу делаю. Вот это нет. Кстати, у меня тогда постоянно такой. Как мы с тобой играем, постоянно вдвоем, да, там, втроем, там, втром, там, втром. У меня урона вообще ноль. Вообще ноль, короче, урона, блин. Я не знаю, короче, может, год, короче, проблемы. Вообще урона ноль, короче. А ты пробил, купил? Да, у меня все есть, и пробил, и урон, короче, все есть. Печатали бетонку. Подника. Вот смотри, видишь? Облич. Прикол, короче, топ-топ, короче, отсюда. Блин, они зажрались с этими сонарами. Глушат. Я даже убить даже помню. Нормально. Я пробить просто. Не только пробить, а убить никого не могу. Понимаю. На единственный, короче. Единственный, ответ, короче, это что же? Ай, ну, ответ, короче. Блин. Нету хаешек. А. Почти никого убить не могу. Все, давай, вот, сонар тебе. Работай, брат. Да я скину время. О, одного убил, я не сбоку ангара. Вот там сейчас счастье привалит. Блин, закидают сейчас хаешками. Перезарядочка. Блин, не рисуются, что ли, они? Они сбоку ангара. Пипец. Все мимо. Все мимо. Да что такое? Да что такое? Я сколько человек убил? Я тебя чуть не вижу. В итоговую таблицу. Да, я кстати тоже тебя не вижу. А ты же у меня такая же. Оба молодой лорд вижу. Призрак духи. Да. А меня нету, да? Ну нету. А почему так? А ты себя видишь? Нет, я тебя тоже не вижу. Прямо. Я говорю, я что-то в питание зашел, и все, блядь, поэтому не испортил, блядь. Не, реально, ты не... А, истеричка, привет. Добрый день, хорошая игра, спасибо. Может, перезайдем, блядь, вот... Вот сейчас это... А я даже не вижу, блядь. Аленка, давай, заходи тоже в игру. А вот я сейчас отрасла вижу, блядь. Да, блин. Прикинь, вот сейчас я вижу себя. Красота, короче. Моя. Что такое, я хороший вип. Мертвый вип. Так, напомни мне, пожалуйста, клановую грену купить, потом. После катки. Ну, когда перезапуск серверов будет. Такого-то плеера я убил. Нет, уже давно. Ну, блин. У многих ее нет.
Но многие потом все равно возвращаются. Баги с опытом. А чё за баг с опытом? Не понял. Да я тоже не понял. Не засчитываются? Очки, очко и тапочки. Они в ангаре все. Ой, верни, на один хочу. На трансах есть. Да, на трансах. Вип на зеленке. На зеленке, да. Да блин, господи. Откуда так, сейчас? Поранил, новую батлу 2042, который, да? Ну, считала. Что там по требованиям? Жесткие, наверное. Сделали смесь королевской и шутера. Ну, прикольно, конечно, решение. И хочешь в королевскую гоняешь, хочешь так. Я New State PUBG жду выхода. Давай, прикройте. Брат. Левый бой. Поднимается с кишок. Блин. Они все там, короче. Все там, короче. Да ну нас, я убить не могу никого. 2070 ППС, 150. Блин, ну тут это габыло, конечно. То, что, блин, железо требует очень. Мне там делать просто со своей 2060 нечего, тем более катать, блин, без стримов. Придется. Да. Все зачистили наконец-то, блин. Зелень, зелень. Сейчас надо переходить на эти квантовые компьютеры, чтобы играть, блин, в современные игры. Тогда уж, возможно, и видеокарта не понадобится. Они, блин, типа супервычислительные. Сука, бомб прорвалась. Они все в гараже, короче, пешка. Закидали хаишками. Кады один, господи. Блин, не дали доклевать по ногам. Да, наверное, у всех, Алён, этот, компы слабые, у всех там FPS под 40. Не ты одна, поэтому получается. Среднестатистический игрок, что это, 1660-й видюхи. А у тебя 27, почему в хардкор не играть? Ну блин, зашли, потому что в аркаду. В ХК меня бесят вот эти вот тиммейт киллы там, блин. Больно-то в мясо не залезешь, блин, потому что своих обязательно, особенно с печенегом, сразу сольешь. Четырех убил, все, блин, вылетел с карты. Вот такой себе. Ну все, МП7 берем, короче. Вот. Вот на Б5 нормально. Вот на крышу, снимите на крышу. Самый настоящий хардкор это в аркаде, ребят. Что не скажите, здесь жестко.
Нет, у меня пробил урон даже. Смысл пока по стороне брать, чтобы сохранить. По барам там, блин. Так, это киллер прокил, скорее всего, был. Вот на острове, да? Отвали! Ты ее тут. Кого бы. Ну, блин. Не расстраивайся, Даня. Вообще гадей, если честно. Есть инфа, Марат? Трансформатор. Трансформатор. Я не знаю, где они так. А, вот он, зеленка, зеленка. Да, на зеленку. Так, я VIP. Так, я VIP. Нечего стесняться. Че, резать будешь меня, да? Давай, режь меня уже. Я пока тебе буду. Наверху, наверху. Наверху, наверху. Еп, он скикали, давай. О, Санёк, привет, стримишь? Ну, блин. Вообще ты в чат стриму, да, пишешь. Поэтому получается, что в стриме. Да, выходи. Да уже сзади, ну господи, ребята. Блин, ну пипец, короче, не твоя, я убивать там. Так, куда мы бежим, торопимся? Любимое место, да, Дань? Да. Опять снял его, да, блин? Откуда стрелять вот сейчас? Не пойму. Или свои батят мешают. Что происходит? Замер. Да что, что он тут фонарка? Да он за тебя, блядь, ожив, короче. Стрелять по дику. Так, пошел отдыхать, перезаряжаться. Вот тут без меня. Да, ну, а, Моник на 144 или... Да, 144, по-моему. Может, 165, не помню. Сейчас кто-то людей получит засекать. Я кого-то... кого-то... Гараж есть. А, уже на пруд. Да. Кишка. Модель, сейчас скажу, HP X24 и маленькие ИХ. ИХ. Я вначале взял какую-то изогнутую. У меня что-то тут, блин, голова начала кружиться от этой изогнутости. Я взял обычный плоский.
это сбоку ангара, короче. Марат 79, да. Ну, он, блин, давний игрок, че. Алену помнишь, что ли, Марат? Истеричку. Алену? Да. А, истеричку, да, знаю. Ага, вот, говорит, Марат 79, твой голос, говорит, знакомый, говорит. Вместе катали, наверное. Наверное. Давно минувших дел... дней дела, да? Куда они стороны глубокой? Наверное, я вот не помню. Ну, Алену я помню. Ну, да, ее трудно забыть. Легко потерять, да? Да, трудно найти. Трудно забыть. Найти трудно. Найти трудно, да. Ряжка Алена. Тут, по-моему, был, да. Твою мать. Как дали мне, дали, блядь. Мне дали, блядь. Кстати, ей привет, пусть, ладно? Ну, передавай привет. Она, наверное, и в Дискорде тоже находится. Она здесь? Раз тебя слышит. Ага. Я с ним помогу. Алло, привет. Вот я мазила. Так, а началка, нет, ворота. Подъем. Ой, я дабл всё, трипл всё. Ой, блядь. Ну, четвёртый меня убили. На самом интересном месте, да? Ну, блядь, на самом вкусном, блядь. Бля. Они там, скажем, возле ворот. Давай фонарь кину. А чё не кидаешь? Такой интересный, вот. Конечно, кидай. Кинул, короче, фонарь. Всё, фонарь, короче, кинул, блядь, они в этом... Давай, Аленка, скачивай. Заходи уже. Да, сейчас видно. Поставьте мне плюс. Плюсик. Киллер прокил. Киллер прокил. А, киллер прокил. А, держи. Отвечу взаимностью, спасибо. Все, потом ставьте Самарашин Гейт, я поставлю. А почему по новой, Ален? У тебя же аккаунт есть или... Забыла типа пароль? Сейчас в КВ два ствола новых добавили, снайпу, там, по барм, обвесики в каждый старый ствол. Ну, я это имел в виду, Алена. Под фразой забыла пароль. А они, короче, на верте, блин. Ой, вернее, не на верте же, а на этом как-то. Клем. На зеленке они все, на зеленке, блин. Обосраться. Надеюсь, я это не записываю, да? Ну, тебя не так хорошо слышно, если честно. Поэтому, если даже что-то там скажешь, ничего страшного. Там главное. А, ну, наверху. Хотя ты у меня и так на 200% стоишь. А, ну, наверху, короче, наверху. Ладно.
2700 КС я посела на бафу 4. Ну, также возле шутерных игр, я так понял. Это ж... Понял. У меня, смотри, у меня есть Battlefield 5, но, блин, играть в соло вообще не в кайф. У ребят мало кого есть. Потом, чё там... Ну, остальное, как бы, шутеры, конечно. Шутеры, шутеры. Но всё-таки основная жара, блин, это, мне кажется, в аркаде здесь. Хоть и ничего не обновляли, ну, так вот, глобально. Основной кайф от мяса — это всё-таки аркадный эвок, там, терминальчик. Где они лазили? Да, под версой, короче, Ваня. Понял. Ты мне скажи, я тебе... Вернись, мне профессию скажу, что они. Да ты сонарь просто кинь, всё. Да в лесу они. На дороге, короче. На дороге. Уже всех убил, блин. Да, блин, ты всех распугал. Чё? Да ну нафиг, я распугаю. Ага. Я за них приду. Это ты, наверное, распугал. Хорошо. Всё, Марат, давай, сливай информацию, где ты находишься. Не знаю, я где. Там не знаю. Ага. Ага, попался. Ага. Понял я, короче, где вы находитесь, кидаю гранаты сразу, а там в итоге нет никого, да? Коба раньше в моем плане был. Какой Коба? Ну, я не знаю, возможно, это тоже, ну вот, Коба, а который нет. Коба. А это киллер против, где Ганна против? Да-да-да. Я с тобой, Марат. А, блядь, меня убивает, когда ты постоянно, да? Нет. Если что, мне тяжко играть, у меня 28 СП. Так у меня вообще нет СП. Еще и должен, да? А? СП мало, еще и должен. Еще и СП мало, еще и должен за кому-то. Да? Постоянно всем должен. Блин, хочу к вам. Только не на мне. Да, блядь, плачу ровно. Да, подожди. Завязывайте вы там этот... Бомбить. Помолейлы. А кто у нас там крадется по кишке-то? Сейчас мы узнаем. Нет, не сейчас. Оружейник. Оба. Или Ганста. Я знаю, что я хочу сделать. Своим. Блин, не успел. Вали. Понял. Не судьба. Делаем раз, делаем два. Гуглас, УКРФ на связи. Чё случилось-то? Блин,
Да ладно, нормально, короче. Ну, ну бывает иногда. Блин, они все в сонарах там. Ничем не удивишь, да? Да тут не то, что удивишь, я просто зашел в твоей сторону. Я просто в твоей стакланной сторону. Зачем? Да так просто. Клану выкинул. На ушки. Ну что, теперь мне ПЗ опять упало. Да мне хана. Вот да. О, блядь. У меня теперь КД стал 2.19. А КД был 2.2. Блин, да не мое место занял. Давай на Б5 пойдем, что же мы копнем? Собачки. Иди так, ты не хочешь. А? Да. Что, да? Не знаю, ты что-то спросил уже. А, на Б5 пойдем на Б5. А вдруг с чем хочешь поиграть на Б5-то? А, МП7? МП7? Ребята. Ну заодно это я прокачал. У меня тоже красивый камуфляжик на МП7. Золотой. Ну не золотой, такой желтый, не знаю. Ну ты видел мой, да, кому? Да видел, я видел. А мой крутой, нет? Нет, мне свой нравится. А? Мне свой нравится. Потом покажу тебе. Я вижу, что снится. Бам-бам-бам-бам. Давай на B5. Вот, дурак. Мы еще эту не доиграли. Ну как мы не доиграли? Мы все доиграли, блядь. Мы же вышли. Не уже ничего. Где-то там покрыть, короче, поедет. Я убил только другую гранату. Хае. Нифига-то там битбол долбит, короче. Как так, да. У меня вот снег есть, короче, я вот не могу так играть. Так, научи, пожалуйста, снег, да? Ты с печенегом не можешь играть. Она слишком медлительная для тебя. Я же тебе предлагал уже сколько раз играть с печенегом. Да блин, у меня есть печенег на сумке. А это как... На свинке нет. Да. Да я, блядь, на свинке это... Сади ба, короче, нет. Хоть один с оружием, МП7, короче. Офигенно. Но урона нет, да? Да, урон. Снова, короче, есть урон в камере. Опа. Ну, опа. Есть, есть. Я понимаю, ты играешь. Ты, ты гранаты кого-то. Ну-ка, раз, два. Ну, давай третий. Блин. Третий. Не дали мне дойти. Ай, блин, да ты. Ты мне какой-то такой, на. Вот сбоку надо бы сыграть, всё, блин. Давай. Я 8 килов, 5 рублей. Нормально, да? Эй. Все равно давай там перезаряжаться сейчас надо было. Сейчас еще, блядь, ну, где-то. Так, все, не было, да?
ты сейчас санаркину, да? Угу. Ай, я моя! Кресли же, рядышком. Что вам, да, рядом? Давай, подпаси туда, блин. Да, хаешка, лети уже, куда надо. А, гранату, блядь, кинул куда-то, мимо. Да. Реализма здесь нет. Реализма? С печенегом в упор стреляю, вообще по барабану лежу. Это не точно. Я смп не стреляю, блядь, по барабану, блядь, нет, урон, урон. Так ты сравни калибр. Так, блядь, калибр-то нормальный у меня, я не хочу. Блин, опять бегал, помешал. Он сам не уничтожает нас. В эту хочу. Либо, блядь, что у тебя? Печенега. Ну-ка, блядь, сейчас давай. А, мне понравилось. Я тебе это добавил, понравилось видео, короче. Как с телефона на канал перейти на Дискорд, имеешь в виду? Тут только, пожалуйста, заблокировать можно. В описании к стриму есть ссылка на Дискорд, если ты это спрашиваешь. Не знаю, может кто-то из модераторов ссылку скинет, продублирует чат. На дорожечке. Нормально. Че, еще одну катку? Потом на B5? Или все? Или че? Давай сразу B5. Проверить истеричку. Гугла с... Точнее, Аленка, она же не играет в КВ. А, так. Ностальгия бывает у нее. Если только в другой игре. Так, я пойду курю тогда. Потом продолжим. На B5 возьмем дробаши, наверное. Ты с чем будешь, Марат? С МП7? Марат тоже ушел. Ладно, 5 минут.
Так, тут. Так, я здесь. Марат, чё, идём? Кастомить MP7. Так, у меня, по-моему, был слот с MP7. Вот у меня камуфляж какой. Вот это мне нравится. Ниндзя. Золотой или желтый? Не золотой, а желтый. Так, B5. Сейчас посмотрим. Блин. Тут предмет ХК-12. Может, из-за того, что я, короче, не знаю. Ну ты стрим отключи, если чувствуешь, что компьютер напрягается. А у тебя компьютер же старый, да? По-моему. А? Старый компьютер. Да, у меня. Ты этот процессор там пасту менял? Когда? Последний раз. Отвези и в компьютерный центр. Пусть тебе там прочистку сделают. И видюху тоже на процессор. Что за карта? Пасту поменяют. Так, 3К заканчивается. B5. Кастомим MP7. А, я, наверное, возьму сперва фабарм. Кстати, вот новое оружие, Аленка, если что. И вот это тоже новое. К3. А, К3? 3К.
это скажешь ему. Он ведь найдет карту от К3. Ну, ребят, у нас такое. Привет. Ага, привет. Я зашел на К3, короче. Ты правильно зашел, да? Да, К3. Серега у нас зашел, да? Ну да, да, я хотел с Даней поговорить. Смотрю, он... А, с Даней? Даня, ты здесь? Я тут. А, я К3. Пару минут. А вы можете в комнату повыше перейти, если что там, если у вас что-то личное. Ну, у меня просто так. Ну, пошли, поговорим. Если какие-то вопросы, пошли. А, я думал, этот Данил, который, как его, помнишь? А, Раша, который доминатор? Не. Нет. Это лайт-версия. Да нет. Нет, пропишись, я не понял. Я вот тебе в упор стрелял. А тот Данил ко мне один раз, по-моему, только заходил на стрим. Мы тоже уже, когда КВ они завязали, танчики рубились. Да, ну, я не могу пробить никого. Саня, вот как я тебя не пробил? Я тебя первый не делал. А, нет. Что ты творишь? Что ты творишь? Поддался. Да, я поддался. Как было задумано. У меня урона вообще ноль. Ничего личного. Я... Просто фраг. Да, ну нафиг, опять же. Истеричка, Алён, ты если хочешь, я могу. Давай, я тебе сейчас дам модуку на канале. Ты можешь сама ссылку кинуть на свой YouTube канал. Там для Гулгаза. Гуглас. Гуглас, говорю, Гуглас, ё-моё, читает тоже. Я за стеной был. Нормально. Это КВ. Ну все, истеричка, плюс один подписчик получается. Как умудрился. Да, я не могу. Да он, я думаю, уже и адрес твой знает. Все пробил уже. Нет. Да, вот сейчас была вот. Я. Пай, привет. Спасибо. Так, да? Тоже надо MP7 начать кастомить. Последний метак остался у меня. MP7 не могу никак играть, короче. Мне не нужно MP7, короче. Да, рук, тикбол. Немножко подождем.
Один. Два. Три. А, нет, не мой. Ну ладно. Да, грызли. Блин, что там МП-7 вообще не тащит? Что за фигня? Все обоим надо выпустить. Давай почаще стримы. Файл, я сегодня заявку сделал там на 2 официальных и еще, чтобы на фриплейные было оставалось промки небольшие. Почаще будем. Я просто вижу то, что, ну блин, даже на фриплейные онлайн не такой уж большой. Хотя бы, чтобы приманивать ромками, что ли, каким-то образом. Но... Что такое? Гуглс, наверное, этот все-таки другую истеричку нашел. Ален, ты кинь ссылку прямо Бенос на YouTube канал-то. У тебя все есть возможности. Ален, привет от меня. А, то, что не видит, кто подписался, да, есть такая фигня, если канал у подписчика закрыт, то есть, блин, приватность какая-то включена, и тогда не отображается, кто подписан. Ну, такой, подписка инкогнито получается. И Аленка не сможет оценить... ХП оставил. Мало. 122. Нормально. Сколько? 43 получается сразу. Блин, спустился он уже. Да ну нафиг, это как так мне убить? Кстати, новую снайпу сейчас покажу Аленке тоже. Все равно в кого не зайдет. Перезаряжается быстро. Как так?
25 на 3, почти КД маленький, ну 8. На КД, блядь, 3. Почти 3. Ну это я сейчас, Ален, кастомный получается не так там открыл с коллиматором, а так она с оптикой. Оптика, по-моему, идет там от выхлопа, что ли. Стандартная. Но это не точно. Ну, с оптикой. Куда ты играл? Откуда вы? Оттуда. Да, все, оттуда. Блин, это сколько надо, бля, по тебе стримить, чтобы тебя убить? Это вообще пиздец, короче. Вот косой. Я тоже там косой. У меня 165 хп. Вдвоем завалить не могли. Да блин, да что такое же так? Где урон-то, блин? Здорово, ебал. Я саиму накидываю. Да блин, ну у вас не Офигеть, вот это урон, блин. Офигенно. Не нравится урон. Было 28, потом 27, опять 28. Он любит, наверное, входить, выходить там. Как в анекдоте, да? Либо зайди, либо выйди. А это туда-сюда меня раздражает. Ну, короче, вот такая снайпа. А это по барм. Тоже новый ствол. Кредитное оружие, лайт-версия. В саги фа. Ну вот. Прокликивается, видишь, как быстро. Блин. Как сайга фа. Видишь, да? Прям добыл так. За бабахом. Люцифер. Ален, я же говорю, там, если у подписчика канал закрыт, да, то есть нет информации, куда подписан этот челик, то у тебя уведомление не придет. Если он откроет у себя, разрешить просмотр подписки канала, то тогда придет уведомление. Гуглу же можно полазить там в настройках, включить доступ к просмотру своего канала. Хватило. Ах ты, блин, а, как так? Не успел убежать. А? Вообще
там гранаты. Не получилось, да? Я хочу за тобой жить, специально, блядь. Вылезь не убью. Вообще. Да чё ты? Убейся уже. Бля, да ну нахуй. Как меня убили? Время так, меня видно, так меня не видно. Да, ты, никогда не видно, да? Ты по камню упал. Заебал. Блин. Стреляю в одного, бля, второй в меня попадает. Мусор. Странно. Так, я прям бегу и спотыкаюсь, попадаю. Ой, блядь, я мне не нашел. Чё там все собрались-то? Да, блядь, на меня не нашел, я не сейчас попал, короче. Даже спасибо. Спасибо. Понял. Что там, Марат, как-то странно. Да, нормально, я тебя видел, я твою ногу. Зато камуфляж у него красивый. Я у тебя ноги просто видел, поэтому. Твои ноги видел. А? Волосатый, да? Я думал, ты меня быстрее убьешь. Ну вот видите, урона нету, поэтому. Был бы урон хороший, я бы тебя быстрее. Так, уже пока я проверю, что у нас с онлайном в игре. Ой, всего лишь 226, это вообще не серьезно. Яй-яй-яй-яй-яй-яй, ты меня спросил. Ты что так в минус, хуже, чем я играю. Ты хуже играешь, чем я. А? Что он что? Что такое? У меня СП мало. Это же Дурчёв играть, наверное, да, скорее? Или Василий. О, играть. Абакан. По ногам. Сейчас по ногам не получил. Мистер Зам, привет! Красивый я тебя положу, да? И не скажешь ничего. Да, отдай меня, положу, короче, красиво. Че, кто на снайпу там хотел пойти? На карту снайпу. Снайповую. Блин, убить не могу, жесть. О, Влад, СПУ Бандероль, привет, привет. Это же Влад? Наверное. Удачной игры, спасибо. Чё, как там курсантская жизнь, кадетская?
Когда у тебя там дембель? На каком курсе? Видел недавно твою провокационную фотку. Где там в обнимку с парнишкой стоишь. Даже комментировать не стал. Ну, а мама сыграла, да? А что у вас там в военном вузе так принято, да? Обнимашки. А, понял. Ну это все меняет, я так считаю. Ну почему бы и нет, братство. Ну у вас слишком тесное какое-то там братство на входке, если честно. Такое. Поскоромнее надо, поскоромнее. Вот. Марат! Я тебя зарежу. Нет, не дали. Спасли тебя. Вот на ножах погонят. Опа, Павел Вур. На ножах. На ножах это интересно. Если все говорят, будет. Я думаю, я тебя завалил. Пока я скрыл, не буду, понял. Зря бы канал, да? А? Да я это, Влада, от всех. Новый? О, ну-ка давай-ка поделись низкими характеристиками. Да, ну, рассказывай, что за квантовый компьютер у тебя там. Ностальгия, давай, давай, заходи. Во время официальных стримовок можно заходить побольше народу. Сидят. Во время этих фриплейнов, ну, блин, Марат. Да, ну. Да, они вот не так много. О, больно мне, больно. Какой-то другой, блядь. Поймал меня на перезарядке. Тебе повезло. Нормальный монитор. Ну так вот, я тебе говорю, вот не пожалеешь, ХП возьми, X24 и Х. Офигенный. Он и дешевый, и надежный, и цвета очень хорошие, цветопередача. А то сейчас, блин, вроде бы герцовки большие, и в то же время, блин, что-то не устраивает, что-то не то. Вот это вот проверенное, вот я на себе советую. Если он еще есть в продаже. Сейчас вот видишь, как на рынке не успеет выйти компьютер. Ой, монитор уже все, блин, устаревшая модель. Хрен найдешь в магазинах. Брал я его за 16. За 16 брал в ДНС. Так. 3600, карта 10, 50, те. Все, дальше читать даже не буду. Это жесткий компьютер. 7 габелок, короче, в КВ. Кто-то видюхой. Бля.
А сейчас выходит, точнее, уже есть в продаже компьютеры с встроенным графическим процессором. Ну, как процессоры. AMD-шные. И там, наверное, тоже КВ будет держать нормально. А вон я дочке своей взял такой комп. Она в какие-то даже игры там стимовские гоняет. Ничего. Видюхи нет. Бюджетненько так получилось. На 45-50 тысяч, по-моему, собрал. Компьютер. SSD-диск. Получается, вот этот вот процессор, по сути. И все у меня. Рубит. Конечно, этот. Здесь этот отдельно видюха, она получше будет. Ну ты видишь, ты стримы еще запускаешь, поэтому лучше отдельная видюха в этом плане. Если чисто для себя покатать, так бюджетненько собрать, то и в 45-50, наверное, можно уложиться на сегодняшний день. Алмаз, привет. Кто так рано? Обычно к вечеру. Ну, по вечерам же у меня официальная сторона. Хотя на этой неделе их не будет. А фриплейны, на то они и фриплейны. Когда захотел, тогда я запустил. Без обязательств, так сказать. Все, патроны закончились. Блин. Блин, и этого хочется убить, и этого. В итоге в середину между ними куда-то стрелял. Что-то вообще не идет. Блин, а почему такая уродная? Через ржал на БРДК. Они такие. Даже не знаю, что сказать. Так и не понял, откуда завалил ты меня. Ушел, ушел. Меня не видно.
Ясно, видно. Чё, как? Урон идет, да, на бакане? Нормально всё? Вообще плохо. Плохо? А бакан уже не тот? Нравится, не бакан, тот. Я с ним не играю. Ну, вот единственный сейчас, у которого плюс-минус получается. Говорили, что я гей. Все, я побежал. Ага, давай, дай. Спасибо, что заскакивал. Ну, алмаз — это обычное дело, чё, блин. Ничего не меняется, так же бомбят на картах. Даже деды бомбят, ничего страшного. Это считай как дань уважения, что ли, наоборот. Типа, хороший игрок, там, офигенно тащишь. Поэтому всех от тебя бомбит. Так, чё у нас есть? Онлайн чё-то совсем упал. А, блин, я же одну тут как-то смотрю. Так, Lighthouse. Нет, блин, надо было мне оптику поставить на снайпу. Сейчас посмотрим. Есть ли сет со снайпой? СКС-ка, по-моему, вроде бы у меня еще была. Так, печенек, понятно. СКС-ка, блин, с коллиматором. Возьмем вот этот стол. А там посмотрим. Бомбил нанимателем. Интересно ты. Откуда, бля? Удастся его зарезать, нет? Удалось. Ой, бля. Ну, вообще агрессивный стол. А баканчики? СКС-ка с новыми обвесами. Психолог нужен всегда и всем. Да, в техподдержку. Психолога нанять. Пусть успокаивает ребят. Куда он сейчас бомбил?
Феникс. Лазит. Мимо. Да блин, опять все мимо. Оптика нужна. Ой, зовут обедать. Е-мое. Так, возьму-ка я печенек, пожалуй. Здесь расчистить. Как бы это сделать поаккуратнее-то, а? Блин, такое ощущение, как будто он сквозь текстуру смотрит. Ну, в смысле, там, на маяке. Самого-то не видно, да? Видите, откуда-то, откуда идут свет вот этот, ну как блики. То есть не сверху получается, где чаша, а между кольцом этим и стеной. Чёрт, вот этот белый, вот отсюда блик идет. Вот отсюда. Это уже какой-то новый богоюз получается. Я об этом еще не видел, не слышал. Что-то, блин, нащупали, ребятки, походу. Да не стрим снайпера, вот тут снизу, вот отсюда. Вот отсюда. А сейчас он ушел уже оттуда. Так, у них снайперов-то много, нет? Снайперов только охером, да? У него только блика не должно быть.
Ну вот опять здесь было, да? Прикильчик сделал на мне. Принц. Ладно, удачи, я сериал посмотрю, покушаю, потом в КВ поиграю. Да я тоже, наверное, эту катку доиграю, пойду обедать. Жена вон зовет уже. Блин, уже в спину прячет на эту, да? В стриме потом пойду гляну. Да блин, самое-то интересное у тебя было, не у меня. Блин, игра 1 на сколько? 8.22. Вообще. Дед, ты шо? Не тащишь ни хера, да? Сейчас был. Лоу. Блять, откуда? С трубы, что ли, там сидит? Замыкался. Где-то там, где-то там. Попал, попал. Бедолага 59-й. А, блин, где-то в куполе. А где в куполе, понять не могу. Гуглс, давай, пока. Спасибо, что зашел. Заглядывай в истерички. Кого-то нашел, получается. Привет, Марат. Я вот эту катку доигрываю и тоже пойду пообедаю. Жена за уши тащит. Да, понятно. Хочется еще раз кого-нибудь зарезать, конечно. Выглянул. Так. Погиб.
блин, а этого не успел. Козявка. Еще один должен быть. Блин, он уже там сидит. Блять. Падает ведь, гады. Давай после катки на другой. Нет, это крайне будет на сегодня. Меня жена за уши, говорит, тащит на обед. Сонар вроде нет, а это, блин, прям вот в наглую вышел именно на меня посмотреть. Интересный челик. Вообще с началки беру, стреляют хитро, походу. Беспалевно так. А, я сейчас на лайтхаусе, на маяке. А, ну, скоро закончится уже. 630. Маяк, короче. А, маяк. Вот как вот это? Пробил лес, броня есть, короче, есть, короче, не знаю, когда я там. Я делаю огонь, я сыграл. Блин, только тебя, любого игрока, сразу. Ты, блин, Марат, все дальше и дальше от микрофона. И так тебя на 200% поставил. Уж имей совесть. Сейчас нормально, да? Да, сейчас нормально. Вот. Причем
начинаю стрелять по кому-то, блядь, и убить не могу, блядь. А меня убивают, блядь, за 5 секунд, короче. Как так? Ну, как-то я так. Ну, я-то понятно, у меня ПХП пробива Русич, все. И... По тебе всю обойму выстреливают, пробивы, блядь, и никак я убить не могу. Почему так? МП-7 же это МП-7. МП-7 должна, блядь, с двух-трех патронов сделать. Я же говорю, у меня... Тем более, Русич, пробива, а плюс еще щитки тоже куплены. Ну я же вижу, сколько там, блядь, урона остается. Ну пока все в эту муть пробьешь, блядь. Второй человек тебя пробить не может, да. Два человека стреляют, один сзади, другой спереди, и убить тебя не может. Ну это же прекрасно. А? Ну это же прекрасно. Прокачивайтесь разрушителями. Это не прекрасно, извини, да. Это не прекрасно. Я тебя в упор, блядь, в башку стреляю, блядь, убить не могу. А другой человек сзади стоит. Тебе в спину все стреляет, не можешь тебя пробить. Как это так вообще, блядь, получается? В итоге так, убиваешь... а кто нам не проху сделал, я уж не помню. Феникс, по-моему. Плюсик, в итоге, блядь, плюсик, это, да. Убивают и меня, и его, короче, блядь. Как так, блядь? Ты, наверное, читер, наверное, да? А? Нет, нет. Или учишься? Я так понял. Марат. Да. Я всегда так играю. Да, я ну как ты играешь, блин, да. Я сейчас первый день с тобой играю, блин. Вот саги я сейчас спокойно соснул, кажется. А вот свинка не могу даже убить вообще никак. Почему так, блин? На основе может этот, как его там, там, не знаю, там, может какой-то там, допустимый код какой-то есть, наверное, на основе, да? Ну, что... нет, у меня таких каких-то кодов нет, чтобы пробива была, чтобы там нет, дамаг и все, понял, нет, конечно. Нет, ты не понял меня. То есть на основе у меня урон идет больше, чем на свинке. Ну, возможно, это каким-то образом работает в КВ, потому что тоже замечал, когда вроде бы левел маленький, но, блин, берешь все то же самое, там, и СПхи прокачиваешь, ну, блин, не дамажит. А вот 60-й там, 67-й там, 70-й левела спокойно урон, там выносишь. Короче, я не знаю, как это работает. Может, почему так, а? Может, что-то разрабы там что-то намудрили, блядь? Да, возможно, нет, я не левел, знаю. Блин. Ну, 60-й левел, ну, ничего, 60-й левел. Блин, нормально тебе, блядь, прокачка то же самое, короче. Да, вопросов много, море ответов. Ответов не на все. Ладно, спасибо всем участникам. Ладно, Марат, тебе особенно. Ну, весь да, стрим да. Сидел со мной. До новых встреч. Всем пока. Давай, пока.